концерт был организован российским фондом «Во благо». Это благотворительный фонд в поддержку музыки, юных талантов. И я давно знаком с этим фондом. Он уже работает 7 лет. Он генерал. Мы полетели в город Альтамура. Это город находится на юге Италии, недалеко от Бари. Там великолепный театр, там великолепная публика. Я там исполнил «Аве Марию» Качини. Мы жили там в семьях, и нас очень хорошо принимали. Атасити я был не один. Атасити был Тимур Тумаев и группа «Ритмы гор». В малом составе там было 3 человека. Ханбала Демиров, мировой рекордсмен. 4 барабана одновременно он крутит. Тимур Циноев и Сармат Туаев. И Тимур Тумаев, вокалист.